Соревнования всероссийского уровня по лыжным гонкам на призы мастера спорта международного класса Владимира Долганова прошли в 9-й раз в лагере «Альпийский» Горьковского района. Спортсмены приехали сюда из разных районов Прииртышья, а также Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. Дети ждали, соревнования было мало. Трасса подготовлена идеально, потому что помогли. Приезжал ретрак, специальная машина, все сделали. То есть о трассе можно сказать только хорошее. Вы сами видите, все прекрасно, красиво, как в Холминколине, как говорят. Несколько дней среди лыжников в возрасте 10-15 лет выявляли сильнейших в гонках с раздельным стартом свободным стилем, индивидуальном спринте классическим стилем и в гонке с масс-стартом. Победительница прошлого года, амичка Кристина Семенихина, показала отличный результат в гонке свободным стилем на 3 километра среди девушек 2005-2006 годов рождения. В масс-старте на 5 километров наша лыжница стала второй. Я ждала эти соревнования, готовилась для них специально. Интересно с другого города посоревноваться с соперницами. Не знаю, как они бегают. В этой же возрастной группе, но уже в спринте на 1 километр лидировала представительница Томской области, перворазрядница Вера Чумакова. В Альпийской деревне я уже третий раз, и трасса мне тут нравится, но больше все-таки я люблю рельеф, когда больше подъемов, чем равнины. Ну вообще скажите, насколько соскучились по соревнованиям? Очень сильно. Это здесь мой уже третий старт за сезон. Обычно в это время мы уже достаточно много пробегаем. Напомним, что соревнования на призы двукратного чемпиона всемирных зимних универсиад Владимира Долганова проводятся с 2013 года. Последние 4 года состязания проходят в статусе всероссийских. Соревнования считаются одними из самых престижных для юношей и девушек трех возрастных категорий. В России, ну, не в России, наверное, в Сибири. То есть за Уралом. И не случайно у нас здесь почти 300 участников. Я считаю, что это вот, тем более в тот период, который мы сейчас испытываем все, это очень важно, что мы организовали с соблюдением всех ограничительных мер, да, всех рекомендаций Роспотребнадзора, тем не менее, все организовали.